отключим все мобильные телефоны, да, звук. Итак, мы начинаем творческий вечер преподавателя Кировской детской музыкальной школы, нашего любимого педагога Смирнова Натальи Андреевны. Во-вторых,
Я узнала, что Наталья Андреевна пишет замечательные стихи. Это два. В-третьих, вы не поверите, когда мне надо было идти на праздник, Наталья Андреевна у нас, оказывается, делает такие замечательные прически, лучше, чем любой парикмахерской. А потом, когда она приходит на работу, такая вся красивая, с накрашенными бровями, с ресницами, я говорю, только не говори, что это тоже ты. Она говорит, да, это тоже я. Потом так, шок у меня еще и не проходил долго, потому что Наталья Андреевна один раз принесла свою замечательную вышивку картин. У нас был коллектив вообще в недоумении, что оказывается, мы потом это все покажем, да, мы потом это все продемонстрируем. И я тогда поняла, что талантливый человек, талантлив во всем. И как раз от него тоже надо учиться. И мы увидели за то время, пока у нас работает Наталья Андреевна, как ее любят ее ученики. Как она уже себя проявила в конкурсах. К ней всегда можно обратиться, правда, вот по любой проблеме, по любому вопросу, она всегда не откажет. Но правда, у любой звезды должен быть такой характер, тоже там должна быть характерная личность. Но вы должны знать, что мы вас очень-очень ценим, уважаем и любим. И спасибо, что вы согласились на такой творческий вечер. Но я, конечно, очень много спрашивала о биографии саму Наталью Андреевну, но я думаю, лучше, чем она, никто не расскажет. А вот путь талантливого человека, он не всегда бывает легким. И даже нам Наталья Андреевна расскажет, как вообще она чудом осталась в музыкальной школе. Можно? Так, ну, наверное, сначала. Можно присяду тогда, тут буду долго рассказывать. Значит, я родилась в городе Череповце. Наверное, ну, детям не очень понятно, где это находится. Это рядом с Ленинградской областью, Вологодской областью. Вот там, где родина Деда Мороза, там и я почти. Вот. Я пошла учиться в музыкальную школу с первого класса. Но они как бы не как вы обычно идете прослушиваться, а я всегда знала, что я очень хочу учиться в музыкальной школе. У меня есть детское воспоминание лет 5-6, как мы идем мимо музыкальной школы, я слышу звук фортепиано или что-то такого, и говорю маме: «Мама, а это что?» Она говорит: «Вот тут дети учатся музыке, тут вот дети играют». Я говорю: «Здорово, я тоже хочу». Вот. И не знаю, как это все так забылось, когда я уже училась в первом классе, в сентябре, как это часто бывает, преподаватели приходят добирать себе учащихся. Меня добрали. На родительское собрание пришла преподаватель и предложила идти в класс домер. То есть у меня не было каких-то сомнений, фортепиано, скрипка, домер. Просто предложили, и мы пошли. Я говорю: «Мама, все, это мой шанс, почесаешь». Вот, и мы пошли в музыкальную школу. И вот эти первые фотографии, это уже второй класс, там первые эти фотографии, это вот я в этой школе искусств. Славик, уже обращайте внимание. Вот. Почему Наталья Дина говорит, что я, возможно, бы вообще сейчас здесь не сидела, не играла, не училась вообще музыке? Потому что мы не сошлись с преподавателем совершенно по специальности. И, ну, можно так сказать, я не буду просто вдаваться в подробности. Мы не сошлись, и я просто пришла и сказала: я больше не хочу учиться. Мама, зная, что мое желание учиться было, и оно есть, просто повела меня вот, даже не в школу, а знала, что есть школа при оркестре в нашем городе, и повела прямо на оркестр, повела прямо к дирижеру, и меня прослушали и взяли в другую школу, и уже там у меня был потрясающий педагог, потрясающий преподаватель, с которым мы до сих пор дружим, общаемся, я никогда не стесняюсь брать у него какие-то советы, делиться, очень хорошие у нас с ней отношения. И вот в этой школе у нас очень много уделялось времени оркестру. Дети, которые, если здесь есть, которые играют у нас в оркестре, поймут, что это очень здорово, когда ты играешь с такими же ребятами, как ты, вместе. Нету никакого волнения, которое у нас обычно, когда мы одни, да, сидим на сцене, его нету, потому что с тобой еще 20 человек, которые вот едины в порыве как бы этой игры. И у нас был очень здоровский детский оркестр. Это, кстати, вот костюм на самый первый нашего оркестра. И мы очень много занимались, и первый раз за границу я поехала именно с этим оркестром, когда мы поехали на фестиваль в Чехию. Вот, там мы очень хорошо выступали и заняли первое место. Это был наш не последний конкурс, конкурсов было очень много. Мы объездили и
по России конкурсы и попали в 2009 году в очень крутой конкурс в Бельгии, который был очень престижный международный конкурс оркестров. Вот, и там были оркестры со всего мира, это очень было очень классное общение именно с музыкантами из разных стран. Плюс мы жили в семьях, и нам приходилось общаться на английском языке, которого мы почти не знали на тот момент. Вот, да, это наш оркестр, он совсем маленький еще был. Вот, и там мы тоже очень хорошо выступили, заняли самое высокое место, которое там на тот момент было. Вот, и с этим же оркестром потом мы вот росли, так дальше начали уже работать, потому что у нас старший наш состав ушел, и мы заменили своих преподавателей на их рабочем месте, можно так сказать, уже выступали на всех мероприятиях в городе. У нас город, градообразующее предприятие в городе есть, это Северсталь, металлургический комбинат, и мы непосредственно были всегда связаны с их мероприятиями, и даже ездили в цеха на завод, и там в их актовых залах выступали для рабочих. Вот. В училище я не собиралась поступать, опять же. То есть учиться я там был переломный момент. В училище я тоже не собиралась поступать, хотя меня очень сильно ждали там. Я пошла в 10 класс и хотела поступать после 11 класса в институт. Вот, но что-то пошло не так, и там не набирали без училища на тот момент. Не вели бакалавриат, как сейчас вот есть в институтах, и мне пришлось идти в училище. Это было, когда я училась в 11 классе, в середине октября. Я не сдавала никакие вступительные экзамены, меня просто приняли в училище, просто взяли. Я училась первый курс и 11 класс параллельно, то есть школа и училище вместе училась. То есть у меня были и ЕГЭ, и потом сессии, экзамены в первом курсе. Вот. И, наверное, на училищный период приходится самый, можно так сказать, большой и плодотворный период именно написания стихов. Вот. У меня есть два сборника, но я их напечатала уже, когда приехала сюда, в Санкт-Петербург. Вот. А на тот момент, значит, я писала вот эти стихотворения и очень стеснялась их кому-то показывать, конечно же. Вот. И именно публикации начались с того, что в училище у нас была училищная газета. Своя, вот такой журнальчик. Вот, и мы... это уже в оркестре, в котором я здесь играю. Это наше выступление в Вологде. Есть очень классный фестиваль, называется «Лето в Кремле». И прямо в стенах Кремля устанавливается сцена, и там выступают коллективы высокого уровня, то есть с Москвы и с Мариинского театра. И, в общем, очень здорово организован этот фестиваль. Вот, и мои стихи впервые начали публиковаться в этой училищной газете. Потихоньку начали все говорить, что это очень здорово, что хорошо получается. И вот в этот период самое большое количество стихотворений. Вот. Это моя семья. Вот. И потом настал момент, что нужно было ехать учиться в высшее учебное заведение. А так как у нас в области нет музыкальных вузов, нужно было выбирать, что это будет, Питер, Москва или Петрозаводск. Очень сильно звали в Петрозаводск, потому что на госэкзамене сидела домристка, которая преподает там, и которая большинство наших студентов куда-то не едут, но мне хотелось Санкт-Петербург, у меня была здесь знакомая преподаватель в институте, с которой непосредственно я уже поступала сюда. Вот. И вот когда я уже приехала сюда, началась какая-то другая деятельность, то сначала было очень сложно, я никого не знала в этом городе, вообще не знала никого, нигде, никак. Вот. И вот попала на втором курсе в этот замечательный оркестр. Это молодежный оркестр национальных инструментов «Терема», который начинал свою жизнь на базе «Терем-квартета». Если кто-то из старших, наверное, знает «Терем-квартет», вот мы на них базе работали, можно сказать. И вот эти фотографии, это то есть самое потрясающее впечатление. То есть мы очень много ездили на гастроли в такие страны, в которые я бы в жизни никогда не поехала. Я думаю, что вы тоже вряд ли поедете, потому что в Монголию, я думаю, нет туристических направлений, правда? Вот. Мы были в Монголии, были в Киргизии, Казахстане, в Сербии. В общем, объездили с концертами. Заходи.
Вот, а это фотография из Сочи, где проходит музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Юрий Башмет — это очень известный артист и дирижер. У него свой симфонический оркестр «Новые имена», «Новая Россия», да, как это так называется. И мы играли вместе с его оркестром на сцене под его управлением. Вот. Не знаю, что еще рассказать. Я думаю, что рассказ так очень подробный и интересный. Но я так думаю, что мы, как я уже сказала, что талантливый человек, талантлив во всем. Сначала, наверное, представим вышивку. Ну, давай, да? Я принесла только одну, потому что они очень большие, и мне их сюда не довезти. Представляете, у нее таких, наверное, штук 10, да? Ну, нет, меньше. Меньше, но вот просто насколько, насколько это говорит о человеке, вообще, о ее кропотливости, да? Золотые руки. Да, это да. Это маленькие разницы, на вас есть большие. Да, и большие. Ну, есть большие, да, но это очень медленный процесс. Вы не сняли так? Нет, видео нет. А вот еще, я так думаю, что нам надо обязательно представить сборники стихов. Но я думаю, что сначала это сделает Людмила Викторовна. А мы попозже. Да. А, вот сначала мы стихи Людмила Викторовна прочтет, потому что когда она взяла в руки сборник и Наталья Андреевна. А, хорошо, видите, сколько впечатлений у людей, что они сами хотят высказаться. Ребят, ну что я хочу сказать, искусство — это тонкая материя, правда? Ведь ее не измеришь, не взвесишь, никакими другими, только чувства, да, только наши внутренние чувства. Это искусство. И художник, и композитор, и поэт высказывает в своих произведениях то, что он чувствует. Отношения свои к природе, отношения свои, где-то, может быть, они были в каком-то салоне или послушали концерт. И вот тогда рождаются и стихи, и рождаются художественные произведения. Так вот, когда ко мне попал этот сборник в руки, вот, Натальи Смирнова, да, вот такой красивый белый, я прочитала все стихи за одну ночь, за один вечер, все, от начала до конца. И на меня это произвело очень большое впечатление, потому что здесь есть и очень тонкие стихи, и о природе, и о море, и о друзьях, и о родителях Росинки, и просто личных очень много стихотворений. Поэтому они меня все до единого тронули, все, все. Я не могу сказать, что я вот мне что-то понравилось и что-то не понравилось. Я стихи люблю читать вслух, и дома сама себе всегда читаю вслух. Поэтому, чтобы было понятно слово, чтобы слово слышно было, да, про себя стихи вообще невозможно читать. Поэтому, готовясь, вот, посмотрев стихи к этому вечеру, к творческому, думаю, ну что же вам прочесть вот из этого сборника, чтобы вам было понятно, чтобы вам было интересно. Потому что, еще раз говорю, здесь много личного, много впечатлений, много уже мудрого, несмотря на молодой возраст Натальи Андреевны, очень много мудрых стихов. Да, я была прям просто поражена. И думаю, надо же, Наталья Андреевна так уже глубоко чувствует вообще мироздание человека и сущность человека, и внутренность. Но я думаю, что для вас это тоже пока еще трудновато, поэтому я выбирала стихи по нашей аудитории, да, чтобы стихи вам были понятны, и слово, которое звучит здесь, тоже для вас было ясно. Да? Ну, кто же такая Наталья Андреевна все-таки, а? Ну, кто такая Наталья Андреевна? Уже сказали много, и сама она рассказала. Ну, вот у нее есть стихотворение, которое меня тоже сразу поразило, и называется оно очень просто «Такая». Вот ее портрет, да? И вот это первое стихотворение в сборнике, которое открывает она, «Такая». Вот она рассказала о себе, наверное. Ну, не знаю, Наталья Андреевна, это о вас, я так поняла, что это о вас, да? Ну вот, значит, я права. «Такая». Написано было в 2011 году. Я вижу зиму там, где лето, рисую словом, а не кистью. Таких, как я, наверное, нету, таких, что любят только мыслью. Хожу босая по асфальту или бегу навстречу ветру. Из маленьких кусочков смальты я создаю свою планету. Вскочу и побегу внезапно на улицу ловить снежинки и покажусь немного странной, срывая с крыш сосульки льдинки. А утром, улыбаясь солнцу, я напою тихонько песню и, словно бы поддавшись танцу, не устаю опять на месте. Я закружусь и сладким смехом наполню стены скучных комнат, и пусть назло любым помехам в них будет слышен звонкий хохот. Я быть нормальной не умею, я в темноте любуюсь светом, я слов обычно не жалею, таких, как я,
Наверное, нету. Правда, да? Удивительное стихотворение, которое меня трогало. Ну, может быть, кто-то себя здесь увидел, да? Ведь действительно, да, смотрите, ты улыбается, и искрится вся, и рыженькая, как солнце, и вообще вся она вот такая. Творчество в каждой строчке. Да, творчество в каждой строчке. Я, конечно, люблю жизнеутверждающие стихи, тем более, что у нас сегодня такая трудная обстановка везде, да, нужно обязательно друг другу помогать, друг другу обязательно и словом, и делом, и даже просто вот своим присутствием. Так что я еще одно жизнеутверждающее прочту, которое мне очень понравилось, хорошо? Оно было написано в 2016 году, уже достаточно недавно. Мне не важно, что будет завтра, небо над головой, босиком по зеленой травке, где щекочет морской прибой. Мне бы долгие разговоры, и не важно, о чем болтать. Необъятные те просторы просто взять бы, да и обнять. Больше времени быть с родными, и любовь им всегда дарить. Мне бы крылья свои такие, чтобы к ним на ветру парить. И мечтать, и лететь куда-то, о печали совсем забыть. И не важно, что будет завтра, мне бы верить, творить и любить. Вот, по моему характеру. Но я думаю, что вот Оксана Борисовна еще хочет прочесть. Очень хорошее стихотворение. Мне тоже оно понравилось. Стихи разрывают. Да, стихи разрывают. Пусть Оксана Борисовна прочтет вот это хорошее стихотворение. А потом я уже закончу тоже тем, что мне нравится. Мама, это первое наше слово. И каждому в мире знакомо. Это любви бездомная яма, это волшебное слово, мама. Ее улыбка заботой согрета, это лучик теплого лета. Сердце ее больше храма, любимая мамочка, мама. И как бы она ни ругала, каких бы слов ни бросала, родней и добрей ее нету, хоть пешком прошагай всю планету. Глаза ее полны ласки, улыбаются мне, словно в сказке, и мне будто снова 5 лет, а в руках счастливый билет. Вы с папой мне жизнь подарили, как жить и любить научили. Ты — клад из пещеры Сезама. Я люблю тебя, мамочка, мама. А я хочу вам сказать, что посмотрите, ребят, каждое стихотворение, каждый имеет свое название. Вот я прям просто не знаю, есть оглавление. Нет оглавления, да, например? Нет, оглавления нет, просто вам полистаю, да? Вот, например, мыслите. Следующее стихотворение. Утро, вечер, ночь. Это цикл стихотворений, да? Вот, потом осеннее, летнее. Моя осень, good morning, это, наверное, что-то тоже, какие-то впечатления от чего-то. Вечер. Дождливая, навеяло, каждое стихотворение, маленький цветок, буря, да? И я думаю, что каждое стихотворение у Натальи Андреевны связано с каким-то событием, с каким-то, может быть, мероприятием в жизни, да? И вот еще одно стихотворение меня тоже очень поразило. Знаете, я даже подумала... Она ли его писала, или не она? Потому что, ну, слишком мудрое было стихотворение, правда, для человека такого молодого. В 2012 году. Вот. Есть в Череповце такой преподаватель и композитор Осипова, как ее зовут? Ольга Осипова. Ольга Осипова. Так вот, она у них там знаменательная, замечательная личность, которая пишет и музыку, и сама играла в оркестре, и создала этот оркестр. И вот у нее есть такое произведение, манускрипты Эо. Знаете, это космическая музыка. Космическая музыка, и там стилизованы все музыкальные инструменты, и, знаете, вот клавишные там тоже со стилизацией, потом эти духовые с сурдинами, ну просто космическая музыка. Вот Наталья Андреевна тоже участвовала в этом концерте и играла эти манускрипты. И вот, видимо, этот концерт, это произведение навеяло ее вот на такое стихотворение. Оно без названия, небольшое, но вот вслушайтесь просто в слова. Вне жизни, вне создания миров, среди звезд бесчисленных, погаснувших огней, там космос, там не может быть ни слов, ни фраз, ни сотен лунных долгих дней. Вне света, вне пространства и земли,
Там музыка совсем иных планет. И если бы услышать мы могли мелодию из нот, которых нет, почувствовать касание комет, поймав ее за длинный серый хвост, недвижимый почти полсотни лет, пуститься в млечный путь, что так непрост. Вселенную понять без лишних сфер, запомнить унисоны высших сфер вне жизни, вне сознания миров, без ложных и неясных полумер. Такое сложное стихотворение, но вот так оно выразило, да, наверное, произведение вот этого композитора Осипова. А вот можно сейчас как раз сейчас про композитора Осипова и дальше про Наталью Андреевну? С чем она меня еще удивила? Мы еще не знаем, какая она актриса. Когда мне Наталья Андреевна показала свою запись, я сказала, ну вот просто у меня нет слов. Если бы не музыка, наверное, бы театрально. И как раз мы сейчас послушаем видеозапись вот этого композитора Осиповой, Ольги Осиповой, и там посмотрим в образе актрисы Наталью Андреевну, что называется «Dance Open». Ага. У нее даже стихотворение такое есть, да? Нет? Потому что это про «Dance» тоже есть. По реке Ольга Осипова. Ты был счастливейшим ребенком островов.
Глаза твои порыв, ресницы волны, соленый воздух кругом голова. Наполнись им до дна и грудью полны, вдохни, почувствуй терпкие слова. Скажи, насколько ты влюбленный в море, как был рожден под парусом ходить. И днем, и ночью, в радости и горе, в морских просторах счастье находить. И в ярком солнце, в брызгах поцелуев, ты спал под тенью белых парусов, под крики диких чаек, шум прибоя, дитя закатов, море. Спасибо.
награду. Вот так действительно музыкант. Я думаю, что перспективы у нашего оркестра такие же. Сергей Александрович тоже постарается, чтобы что-то такое было. Оказывается, как интересно, да, учиться музыке. И какие грандиозные шоу даже могут быть. И знаете, очень приятно, что, вот я еще раз повторюсь, что у нас в коллективе появилось только таких молодых, талантливых преподавателей. Это можно и до бесконечности перечислять. И Федосеенко Сергей Александрович, который играет в Андреевском оркестре, да, и Марк Александрович Косов, который тоже играет в оркестре, можно перечислять очень много преподавателей. И мы решили в рамках музыкально-литературного салона в объятиях музыки проводить такие творческие вечера, чтобы вы поближе знакомились со своими преподавателями, чтобы они были для вас примером и открытием. Ну и самое главное, я так думаю, что многих из вас мы когда-нибудь увидим также на большой сцене, либо в каком-то оркестре. Кто-то из вас обязательно станет настоящим музыкантом. А вот сейчас я хотела бы еще пригласить на сцену, уже вживую, наших музыкантов, наш молодой состав. Ведь когда появилась Наталья Андреевна, у нас появился еще ансамбль молодых преподавателей «Резонанс Трио». Я думаю, который скоро станет популярным на всю страну, мне так кажется. И в их исполнении прозвучит «Шмелиная буря». Thank you.
сейчас познакомились с творчеством Натальи Андреевны? Хотите какие-то вопросы задать, да, ребятам? Раздавайте. Хорошо. Тогда отвечаем на три вопроса. Были ли случаи, когда вас выгоняли с урока в музыкальной школе? В музыкальной школе не было, было в училище, когда мы очень бурно обсуждали на музыкальной литературе какую-то оперу и смеялись, и нас выгнала преподаватель с пары. Потому что мы на первую парту сидели еще. Вы человек. Извинялись потом перед ней? Да, да, пришлось потом очень сильно извиняться перед ней. А снился ли вам в детстве сон о том, кем вы сейчас работаете? Еще там, мне кажется, нет. Думаю, что не снился, но я себя представляла преподавателем и музыкантом, в принципе, как только начала учиться в музыкальной школе, поэтому можно сказать, что, наверное, где-то что-то такое было, да. Стал ли Петербург для вас родным городом? Ну, стал. Я думаю, стал, да, но у меня, получается, сейчас два родных города, потому что дома тоже родители, очень много друзей, и вот этот замечательный оркестр, который вы смотрели на видеозаписи. Ну и здесь тоже появилась как бы своя семья уже, и оркестр, в котором я работаю, и школа, в которой теперь я здесь работаю, поэтому, да, думаю, Петербург. А может, вот анонс вот выбрали? Да, и анонс, да, быстренько анонс, да, у нашего оркестра будет в четверг, 12 ноября, концерт в рамках культурного международного форума в филармонии. Это будет концерт в новом формате, называется Stream Music Festival. То есть он будет полностью транслироваться в прямом эфире. Я обязательно в группу выложу афишу и ссылочку на наш концерт. И по этой ссылке можно будет посмотреть концерт дома через YouTube. Спасибо. Наталья Андреевна, на данный день рождения, я думаю, ну, всем понравился вечер, да, узнать своим преподавателем, наверное, много больше, чем вы хотите ей подражать, быть на нее похожим, также усердно и трудолюбиво заниматься музыкой. А мы вам хотим от нашего коллектива, от нас, подарить такую замечательную книгу, потому что я не сомневаюсь, что вы, наверное, еще очень хорошо рисуете. И готовите, наверное, и все-все-все. И хочется вам пожелать дальнейших творческих успехов, настоящего счастья и в наше время самого главного здоровья. Спасибо вам. Спасибо. А мы до новых встреч в нашем городе. Нет, я хотела еще прочитать последний. Извините, пожалуйста. Просто я его тоже. Оно называется «Улыбнись». Оно завершает этот сборник, самое последнее, да? И я думаю, вот самым лучшим образом оно выразит Наталью Андреевну. Как она относится к жизни и как она вообще относится ко всему, что происходит и окружает ее. Улыбнись. Улыбнись, открывая спросонья глаза, несмотря на будильник, заботу, работу. Просто так, для любимых справляет паруса совершенно иную лесную погоду. Улыбнись, если дождь или серость вокруг одолели и нет никакого тут слага. Притворись, что фонарь это солнечный круг, а в руке вырастает кусок шоколада. Улыбнись, и тогда поплывут облака по попутным ветрам и течением ввысь. Ты пойдешь, побежишь, оглянешься слегка, чтобы дать самый лучший совет – улыбнись. Молодец. Спасибо, спасибо, Наталья. Спасибо. А можно сфотографироваться? Чтобы сфотографироваться. Вместе на сцене, да, Татьяна? Да, вместе. Вы хотя бы летите все. Давайте все сфотографируемся. Мальчики, поднимитесь с нами. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Очень рада. Да. Молодцы, ребята.